Всем привет! Сегодня у нас 20-е сутки, и вот рано утром я в яйце увидел маленькую трещину. Потом думаю, 6 часов прошло, а она никак это все не растет, трещина, он не проклевывается что-то дальше. Решил ему помочь. Вот так вот, смотрите, сейчас возьму яйцо. Одно. Ничего, типа зимой. Чудо такое. Вот. Он вот такой вот, вот был. Маленькая трещинка была. Дальше он не мог проклеваться. Вот видите, вот эта вот пленочка. Она его стягивает. Что сухая. Вот этот вот влажноватая, а вон та вон суха. Что ему трудновато пробить. Лучше помочь, конечно. Вот так вот. Что я взял ноготочком, где это, где он отколупал чуть-чуть себе. И все. Потом вот эту вот оболочку я вот маленьким таким вот саморезиком, не острым, дырочку сделал, чтобы он дышал, и начал отколупывать. Что пускай он еще 6 часиков полежит. И думаю, что он уже сам вылезет. Что скорлупу вот эту часть уберу. 6 часиков, пускай он так вот подсохнет чуть-чуть все. Вот такое чудо. Если есть у вас желание, это лучше помогите. Выбраться ему вон такой вот. Уже шустренький бегает. Пищит во всю. Ладно, не будем. Так. Влажность у меня сейчас почти 65%. Вот почти поставил. Лучше в таких инкубаторах сделать маленькую щелочку, чтобы циркуляция воздуха была лучше. Хоть в этом инкубаторе вот тут есть дырка, но все равно, думаю, побольше кислорода лучше. Вот у меня влажность почти 70%. У меня две ванночки. Почти 70. Что у меня фазани еще. Фазани я не буду высокую влажность, что, чтоб не повредило фазаним яйцам. Ну вот так вот. Вон столько яиц у меня уже проклюнулось. Куриных тут живых. Зато какие зародышем были. Всего их тут 33, фазаних 18. То, что они все зародышами. По бокам я губки, которые заплотнял яйца по бокам, чтобы цыплята не выпали, лоток не шатался, все равно чуть-чуть шатается. Ну вот, все, будем ждать уже вылупа массового.